Следующий пациент. Здравствуйте. Меня зовут доктор Детектед. Сегодня я в ночную смену. А что привело вас в нашу клинику? А вы тот самый пациент с ушибом головы, да? Да, вижу, вижу. Насколько все плохо? Нормальненько, да, так понятно. А чтобы убедиться, что это точно вы, назовите, пожалуйста, свое полное имя. Вижу, ваша дата рождения. Так, все правильно. И ваш домашний адрес. Так, все верно. Что ж, память на месте. Отлично, отлично. Есть ли признаки сотрясения мозга? Признаки у нас следующие. Головокружение, тошнота, потеря ориентации в пространстве. Нет, не потеря сексуальной ориентации в пространстве. Так, понятно, что ж, признаков нет. Есть признаки чувства юмора, это хорошо. Что ж, если никаких других жалоб нет, то все, что нам нужно, это просто проверить, как функционируют ваши черепные нервы. Да, ну вы же головой ударились, правильно? Да. И для начала быстренько продезинфицирую. Быстренько продезинфицирую свои руки. И сейчас, значит, я вас попрошу чуть-чуть поближе ко мне, подвиньтесь. Так, да, вот так хорошо будет, достаточно. Сейчас я вот так потрогаю вас, да. Смотрите на палец, следите за пальцем только глазами. Так, быстренько проверим ваш оптический нерв. Так, в целом, если все в порядке, то осмотр быстро пройдет, да, много времени не займет. Теперь с этой стороны следите за пальцем только глазами, хорошо, головой не двигайте. Так, вот так, сюда. Отлично. Теперь смотрите на кончик моего носа, да, сфокусируйтесь. Я вот так перед вами буду двигать пальцами, да. Вам нужно, смотря мне на нос, вот так руками указывать. И можете даже проговаривать, да, с какой стороны. Если лень говорить, просто пальцем показывайте, какая пара пальцев шевелится. Очень просто. Вот сюда. Так. Смотреть мне на нос или на мой широкий лоб, на котором сияет красный прыщик. Так, а я посвечу вам немножко в глаза фонариком. На фонарик не смотрите, будет ярко. Хочу проверить, как ваши зрачки реагируют на свет. Реагируют они, как им и положено. Что ж, это хороший знак. Отлично.
очень манящий фонарик. Что ж, если фонарик очень манящий, тогда посмотрите на свет, сфокусируйтесь и следите за светом фонарика только глазами. Так. Очень хорошо у вас получается. Следите за фонариком. Так, да. Сюда. Сюда. Так. Сюда. Наверх. Сюда. Ага. Так, какую фигуру я рисую в воздухе светом? Круг. Отлично, отлично. Так. Хочу еще посмотреть в ваши прекрасные глаза через увеличительное стекло. Очень-очень близко. Вы, пожалуйста, сейчас вот не шевелитесь. Смотрите прямо перед собой. Так, значит, хорошо. Еще разочек наверх посмотрите. Так, продолжайте смотреть наверх. Теперь вниз резко. Хорошо. Еще раз наверх. Лево. Хорошо. Теперь вот этот глазик. Снова смотрим наверх. Так, хорошо. Вниз. Наверх. Так. Подойдем сюда. Теперь налево. Направо. Хорошо. Наверх. Вниз. Отлично, отлично. Оптический нерв в порядке. Что со слухом? Хорошо меня слышите? Так, есть ли какие-то жалобы на, скажем так, присутствуют? Давайте перефразируем. Присутствуют ли слуховые галлюцинации, посторонние шумы, белый шум, такое гудение, может быть, в ушах. Так, ничего подобного. Отлично, отлично. Тогда давайте-ка быстренько я осмотрю ваши ушки с фонариком снаружи, чтобы убедиться, что не было никаких травм. Нет, внутрь не будем. Да, это Лор у нас таким занимается. Да, сегодня я невролог. Так, давайте посмотрим ваши ушки. Очень-очень близко. И вот сейчас вот так понажимаю, потрогаю здесь, да. Что тут у вас значит? Ну, все в порядке, на внешний вид. Никаких признаков воспаления или раздражений инфекционных. Каких-то признаков я тоже здесь не замечаю. Так, никаких припухлостей внутри. Значит, сейчас проведем тест на слух. Нет, шептать будем попозже. Сейчас будет следующий тест. Я вот так вот буду делать звук рядом с вашими ушками. Вам нужно будет сказать, или если лень говорить, просто укажите пальцем, с какой стороны слышите звук. Хорошо, показывайте пальцами. Готовы? Так. Правильно. Хорошо. Отлично. Так, слышите звук здесь? А вот здесь? Вот здесь? Слабенько.
Здесь хорошо, слышите? Так, если вам очень хочется, давайте проведем тест шепотом. Цифры, числа ваши любимые, да. Отлично, что ж, давайте с левого уха начнем. Вы уже 100 раз такой тест делали, да? Отлично, да. А, нет, в этот раз давайте сделаем следующее. Проверим заодно вашу память. Да, я буду вам по 3 цифры или числа, потому что посмотрим, что будет конкретно называть. Вам нужно будет внимательно слушать, запомнить, а потом повторить. Да, вы же все-таки головой стукнулись, мало ли что. Прекрасный слух, прекрасная память. Ну, и напоследок тут тоже давайте проверим. 104. Да, это было 2. 2 числа. И согласен, одно число, другая цифра. Но давайте мы не будем так. Слушайте меня внимательно. И последний. 4:33. Отлично, слух в полном порядке. Хорошо, давайте к следующему тесту перейдем. Так, с какой стороны был ушиб головы? Покажите, пожалуйста. Так, не против, я сейчас аккуратненько потрогаю. Так, больно, не больно. Чуть-чуть больновато, но там такая, знаете, шишечка. Ничего страшного. Гематомочка. Выражаюсь по более научному, да. Смотрите, сейчас хочу протестировать ваше осязание. Улица Сезам, нет, осязание. У меня такое есть тут колесико Варденберга. Сейчас я этим колесиком буду гадать. Может быть, и в БДСМ используется, не знаю. А вы откуда знаете? Что-то вы мне не договариваете. Так, я сейчас буду вот это колесико катать по вашему лицу. Будет слегка больновато, но такое колючее, знаете. Откуда знаете? Что-то вы темните. Буду катать вам по лицу в различных частях. Вам нужно будет сказать, где я катаю и чувствуете ли вы там. Соответственно, если не чувствуете, то и не узнаете. Давайте начнем с этой стороны. Вот так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, это был висок и вниз, да. Там, где ударились как раз. Все почувствовали, да. Хорошо, давайте с этой стороны. Да, получается, какой правый висок почувствовали. Так, если сравнить ощущения, да, одинаково ли было чувствительность. Так, давайте еще разок. Так, и теперь сразу следом давайте здесь. Одинаково. Что ж, отлично, отлично. Так, продолжаем тест.
холоп. Отлично все чувствуете, да? Прекрасно. Тук-тук-тук-тук-тук. Так, через переносицу вниз. Да, до кончика носа все чувствуете хорошо. Давайте тут. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Подбородок. Так, ну и напоследок. Давайте вот с этой стороны. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Правое ухо. Отлично. И здесь. Все чувствуете? Так, если зацепил свой отоскоп, если стетоскоп, пардон, ночные смены, конечно, это такая трудноватая смена, да, ничего не скажешь. Так, если сравнить ваши ушки, ощущения были одинаковые, точно не запомнили, хорошо, не врете. Ну, давайте еще разок. Смотрите. Провожу. Так, это правое. Теперь давайте левое. Ну что скажете? Ой, ну не врите. Одинаково. Хорошо. Я понял. Шутить сюда изволите, понятно. Ну и тогда переходим к следующему тесту. Это будет ваше обоняние. Обоняние и так у вас из всех щелей, скажем так, прет, да. Можно не тестировать. Сейчас будем нюхать, точнее, вы будете нюхать вот такие ароматические масла. Два флакончика у меня есть. Двух вполне будет достаточно, чтобы выяснить, все ли в порядке. Я сейчас вам сначала дам. Понюхать. Да, там понюхать, я хотел сказать. Пипеточку. Так, понюхайте хорошенечко. Чувствуете? Слабенько как-то, да. А давайте вот так, целый пузырек. Но он не целый. Но это смотря, как оценить с точки зрения пессимиста или оптимиста. Да, с точки зрения оптимиста он практически наполовину полон. Запах чувствуете? Так, и какой? Это лаванда. Кто бы мог подумать, да? В фиолетовой бутылочке запах лаванды. Хорошо, давайте тогда следующий запах. Вот так. Хорошо, с вами мы можем поболтать чуть-чуть, буквально пару минуточек о вашем здоровье, но после того, как мы все проверим. Так, вдыхайте аромат. И что чувствуете? Слабенько тоже как-то, да? В целом, как на обоняние, не жалуйтесь. Запахи хорошо. Запахи чувствуете? Нормально, хорошо. Так, давайте проверим тогда, что скажете, если вот такой флакончик поднесу вам. Так, и это у нас сосна. Все правильно. Как говорится, все очень даже good. Хорошо, и напоследок, сейчас я быстренько обработаю руки. Напоследок я хочу проверить, все ли в порядке, с мышцами лица. Да. Сейчас вас потрогаю вот так аккуратненько. Пока расслабьте лицо. Так, брови вверх поднимите. Хорошо, теперь нахмуритесь. Достаточно. Вытаращитесь, если так можно выразиться, максимально, насколько вы можете вот так вот глаза вытаращить. Да, как будто бы вы
пришли в Магнит и цены на бананы увидели в этом году. Да, о, ничего себе, да, в два раза дороже, да-да-да, давайте. Думайте про бананы. Отлично. Достаточно. Теперь я попрошу вас... Вам всего доброго, до свидания.